По законодательству можно как-то, ну, подрядчик сказать, ну, нет, сейчас. Принимая во внимание условия договоров, которые были прописаны, здесь еще нужно несколько раз подумать, прежде чем так сказать. Поэтому мы не торопимся какие-то выводы говорить сейчас. Уже потом непосредственно с юристами, с экспертами все это будет проговорено. Скажите, не на один раз, а потом принято решение. Скажите, а договор не в пользу исполнителя сделан? На мой взгляд, я бы никогда такой договор не составила. То есть в договорах, где речь идет о бюджетных деньгах, подрядчик обязан сделать все от и до. У него должно быть 1 000 000 пунктов обязан. А вот как вы это посмотрели? И минимум. В этой ситуации сколько обязанностей? Ну, мне очень нравится. Это личное мое мнение. Мне не нравятся договоры. С ними сложно работать. Очень сложно. Потому что договоры практически ни о чем. Общие нормы, никакой конкретики. То есть, получается, у нас в мэрии так создают договоры? Это не в мэрии так создают. А кто? Ну, я не могу сейчас говорить. Я же не знаю, кто работал до меня. И оценку их работе тоже давать я не могу. Я сейчас отвечаю за свои действия. И мое личное мнение, оно сугубо совещательное. Решение будет принимать руководство.